Бля, че я тут забыл? Воу! На-на-на-на-на-на-на-на-на! Всем привет! Вы на канале Дюфплей, и сегодня мы будем продолжать проходить последнего аута. Хочу я того или нет? Так, открыть. Ох. Тихо, тихо, тихо. Блять. А тут что, нихуя нет? Блин, ну прискорбно. Что ж поделать? Да блять, не с этой стороны закрыть! С этой! Господи, чувак, что ж ты такой? Блин, ну тут светло. Фух. Зачинено. Фух. Это хуйня под ногами. Так, заметки или документы? Нет. Документы. Выдержка из записей доктора Брюса Ньюхауса, штат Мэриленд. Был работником лечебницы Маунт Месси с 1958 по 1965. Отец Кларк. Не стану лгать священному служителю, но позвольте мне, по крайней мере, сказать, что я сделаю все возможное, чтобы повысить безопасность рабочих условий. Я и остальные сотрудники по достоинству оценят все, что... Ценят все, что вы делаете для наших пациентов. И если вы чувствуете, что от кого-то исходит угроза, просто дайте нам знать. И мы просто повысим фармакологические ограничения активности. Либо назначим лоботомию или какую-нибудь похожую усмирительную процедуру. Не стоит недооценивать вклад наших проповедей... Проповедей для наших пациентов, блять. За Иисуса и двор, лоботомию в упор. Не стоит недооценивать вклад ваших проповедей для наших пациентов, особенно учитывая глубину и неизбежную хаотичную природу гипнотерапии. Нашим пациентам нужна опора в виде Бога и семьи. Не все из наших несчастных имеют семьи, на которых они могут положиться. Так что этот груз и признание и призвание ложится на вас. Мы все полагаемся на вашу веру и тяжелый труд. Не проверено. Доктор Ньюхаус, Мэриленд. 20 мая 61 год. Вау. Блять. Господи, ты чё меня так пугаешь, сука? Короче, ладно, я понял. Тут нихуя. Ой, блять. Так, сюда нельзя. Туда тоже нельзя? А куда можно? А, я стоял спиной к проходу. Твою! А, боже, я в пару ебался. Думаю, что случилось уже? Фу ты, блядь, ёб твою-то мать. Так, у меня три батарейки. Не, прятаться мы не будем. Стопульки. Так, отсюда я пришел, судя по всему. И чё и куда? Стоп, может я тут что-то не заметил? Да не, нихуя. Тут не пробраться.
Тут замок. А что дальше-то? Тоже нихера. Чувак, я так полагаю, ты не очень полетал. Окей. Ага. О, блядь! Какого черта? Да, а в чем дело? А почему у меня не получилось? Ага. Сука. Вот как будто мне и так не страшно, ага. Давай. Давай, плотва. О! Ух, батарейка найдена. Судя по всему, мне куда-то сюда. О, блядь, я не хотел так быстро! О, батарейка, блядь, ты ж можешь дотянуться, ну... Ну, блядь, ну вот же она. Ой, сука. Ну что, полагаю, только вперед. Блядь, оно еще все скрипит. Ух. Ёбанты. Ёбанты. Господи, это такие ёбанты. А, тут еще и дверей нет, блядь. Блядь, тут нихуя нет. Откуда я пришел, в принципе? Вау! Блять! Вау! Блять, блять, блять! Сука, он меня не отпустил уже. Ах ты ж пидор, блять, я где-то не туда завернул. Сука, мразь. Вау! Да ёб же ж твою блять, мать! А! Спасибо, но я уже увидел, как он меня пиздит. А куда бежать-то?
На-на-на-на-на-на-на! Вау! Черт! Блять! А че я сюда прибежал-то? Да мать твою за ногу! Блять, я конкретно не понимаю, куда мне девать свою жопу. Блять, непонятно! Да, блядский рот! Черт, где-то там, видимо. Хуйня ты обоссанная! Блять, ну откуда-то же он пришел-то? Вау! Вот это он меня вырубил. Мне, видимо, надо бежать в ту дверь, откуда он приходит. Господи, я что-то прихожу из другой. О, смотрите, реально что-то тут поменялось. Вау, 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 вау! Сохранение. Оно случилось. Да, блядь, господи, что ты делаешь? Ага, то есть сюда я, короче, пройти не могу. Я ебаную пленочку не могу пройти. Заебись. Да, господи, блин, в дверь-то. Протиснись. Ах. Так, а что за этой дверью? О! Попробуй! Привет. Ладно, чуваки, я вас тревожить не буду. Заметки. Лиза или тот, кто найдет это, знаете, что в Мерков создают монстров. Я больше не видел прежних пациентов после сеанса этой немецкой так называемой терапии. Морфогенетическое кондиционирование. Намного хуже, чем я мог себе это представить. Может, они все еще оставались людьми, но что-то из них вырвали. И напичкали много чего-то другого. Не все были убийцами, они были больны. Но не были убийцами. Мерков сделал из них монстров. Доктор Розет сказала, что кондиционирование имело различные эффекты. Результаты были слишком непредсказуемы, чтобы делать какие-то прогнозы. Я принимал бесконечные рассказы Рауля как пустую болтовню за чашкой кофе. Нужно было слушать его. Блять, нужно было слушать и вообще туда не лезть. Какого хуя они вот такие тупые лезут, куда их не спрашивают? Да черт, ты не хотел бы выйти сначала? Все, парни, до свидания. Тут пока тихо, спокойно. Можно полазить, посмотреть. Блядских батареек мало. Ой, так ли я хочу туда идти?
Ну, на самом деле нет. Но разве, блядь, меня кто-то... Стоп, не понял. А, опять эта блядская пленка, которую я пройти не могу. Заебись. Разрез. Блядь, опять пленка. Да, чувак, нехило тебе жизнь. Ау! Выключи, выключи газ, пожалуйста, я не могу! Отключить газ, чтобы получить доступ к шлюзовой камере. Блять, а может я не хочу? Да блять, попади это по нее, по нее. А господи. Просто потому, что я не под тем углом стояла, но... Да. Так, мне как-то надо перебраться куда-то. Куда мне надо... перебраться. Так, судя по всему, я отсюда пришел. Дверь? Блять! Оу! Бля, это нервный псих. Братиш, может я открою? Не, я не открою. Так, хоть какая-то передышка тут будет. Так, я вижу, что туда можно. Батареек тут нигде нет. 237 светится. Да чё прятаться? Я пока не боюсь, чтоб прятаться. Блять, я уже боюсь. Черт, я сейчас опять буду тупить. Ага, сюда ничего. Блять, закрыто! Найн! Нихт! Вау, 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 вау! Давай, 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 давай. Ух. Блять, я сейчас сюда провалюсь нахуй. Вау! Куда я пролез? А, вот дверь еще есть. Не, прятаться я не хочу. Наверное, я не уверен. Так, сюда я, судя по всему, пришел. Вау!
Фух. Куда-то я... Куда-то я есть. Кумпухтеры. Кумпухтеры, хуюхтеры. О! Уходи, это мое место. Ебать, ты тут спрятался, конечно, бро. Просто охуетительно. Нет, тут ничего нет. Блять. Печально, что тут ничего нет. А куда мне, собственно, идти? Ага, тут закрыто даже. Может, тут батарейки? Вы же обычно тут где-то разбросаны. О, папка. Чё за папка? Чё за мамка? Ой, давайте почитаем. Расслабимся. Психиатрическое исследование Мерков. Проект Вальридер. Лечебница... Состояние активность двигателя морфогенетического кондиционирования минимально и только на самых высоких уровнях гормональной терапии 5-6 стадии. Состояние сна неоднократно возвращается к изображениям изоляции и предательства, нулевое состояние сознания. Симптомы тяжелые бронхиальные образования характерны для пациентов с историей употребления табака и марихуаны. Исключительно низкая активность в состоянии медленного сна. Заметки. Во время этого интервью Фрэнк весил 68 кг. При поступлении его вес был 103 кг. Нихера он сбросил. Блин. Только меня туда не отправляйте. Он был апатичным и почти совершенно не реагирующим. К слову, я сейчас тоже 103 кг. Не реагировал ни на что, проявляя интерес, только во время сценария 9-го паттерна гипнотерапии. Верники. Касательно распития крови с груди спящих мужчин? Не мужичин? Ладно, какая хуй разница. Он продолжает отказываться мыться от услуг парикмахера, заявляя: «Если я не могу принимать участие, то и не могу делиться и рекомендовать принудительное питание для мистера Манера. Если мы не можем найти что-нибудь, что он любит есть, психиатрическое бла-бла-бла». Ладно, я понял. Тут тоже никаких батареек нет. Суки, где вы их разбрасываете? И тут нет. Сволочи. Так, хорошо, я понял. Мне в эту дверь. Еще раз чекнем. Эх, тут нихера нет. Погнали! О, отлично. Бля, чё я тут забыл? Воу! На-на-на-на-на-на-на-на-на! Твою налево. Вау! Да ты замахал! Ах!
Холи щит! Черт! О, есть! Ух! Мелкий? Мелкий где-то съебался. И чё? Газрум. Фух. Кое-как я сюда дошел. Так, батареек все так же нет. Зато вентиль есть. Фух, доберитесь до радио в тюрьме. Да это, в принципе, наша изначальная цель была. Но с ней уже будем продолжать в следующий раз. На этом на сегодня все, так что всем спасибо за просмотр и всем пока!